Здравствуйте. Как обычно, для начала я хотел бы представить календарь «Вокруг света армянского». Он еще есть, поэтому желающие могут его приобрести. Пройдитесь по ссылочке, которая под этим экраном. Там все написано, чтобы я вам уже в цатый раз не объяснял, как и что делать. Пройдитесь, все там написано. Если есть вопросы какие-то, можете написать на электронный адрес, который там же указан, и вам будет дан ответ. Значит, сегодня мы продолжаем ту же тему, которая у нас и была в прошлый раз. Это по происходящему в Арцахе, про то, что 120 тысяч сейчас находятся в кольце наших с вами соотечественников в Арцахе, заблокированные, среди них 30 тысяч детей. Это продолжается уже девятый день. К сожалению, мир молчит, на которых мы надеемся, и Запад, и Восток. Исходя из прошлой нашей передачи, я смотрю, было очень много оскорблений в адрес моего гостя. Я вам хочу сразу сказать. Значит, я не за тех и не за других. Мне абсолютно плевать на ваши вот эти вот мировоззрения. Там одни какие-то западники, одни какие-то восточники. Одни начинают меня обвинять, учитывая моего гостя, да, мировоззрение моего гостя, что я якобы посажен тут какими-то прокремлевскими политиками Армении. Другие обвиняют прозападными. То есть вы сами уже порой, наверное, уже запутались, кто я. Так вот, я вам хочу сказать, я против одних и против других по одной простой причине. Смотрите, буквально вот за этот уходящий уже год я побывал во многих странах Запада. Это и Соединенные Штаты, и Великобритания, Ирландия, Германия и так далее. Вы знаете, везде развешаны украинские флаги. Везде. Даже на Даунинг-стрит. Но почему-то я нигде на Западе не вижу, чтобы были развешаны флаги Армении или Арцаха. Хотя я еще раз говорю, уже свыше недели тысячи людей сидят в блокаде без тепла, света и продовольствия, среди которых дети. Никаких флагов. То же самое хочу сказать вам по восточному вектору развития. Кремлевцы. Где Россия-то? Где Россия-то? Через много лет будут говорить, что они нас, армян, снова от кого-то там спасали. Только вот вам не кажется, что нас постоянно Россия спасает, но за счет наших же территорий? Вот вам так и не кажется? Постоянно территории достаются нашим врагам после наших этих, после того, как нас спасли в кавычках. И постоянно что-то такое происходит. Россия заключает контракты на будущее, политические, экономические. А мы остаемся у разбитого корыта. Поэтому вот давайте не будем вот эти вот склонять меня то к одним, то другим, это все-таки неправильно. И еще раз попрошу, не нужно оскорблять моих гостей. Они хоть что-то делают. Не то, что вы, некоторые из вас, которые только этим и занимаетесь, ведя такой потребительский образ жизни, что за вас кто-то должен чего-то делать. Подумайте, сейчас не то время. Сейчас нужно всеми диаспорами армянскими мира объединяться, и каждый из вас должен спросить себя, что сделал ты. Давайте вот начнем с этого. Хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это эксперт по проблемам военной и национальной безопасности, доктор политических наук Грачия Арзуманян. Надеюсь, этот наш гость вам сегодня понравится, учитывая ваши пожелания. Здравствуйте, Грачия Вагашакович. Добрый вечер. Вот, вступление, да, конечно, вступление, было интересно. Кстати, да, ну накопилось. Вы знаете, очень часто бывает так. Вот я комментарии особо не люблю читать, потому что там комментарии бывают очень разные, их много. Но вот как-то вот последний раз
у нас был предыдущий гость, ну вот решил я почитать, там я столько всего вычитал. И вот накипело, я думал, вот сегодня выскажу. И вот в мягкой форме такой вот высказал. Так что вы меня извините, пожалуйста. Нет, конечно, конечно. Да, вот хотелось бы узнать, что у нас на сегодняшний день. Может быть, есть какие-то продвижения уже? Что нам из положительного поведаете? Из положительного, к сожалению, надо понять, что называть положительным. Если сравнивать с ситуацией, когда был отключен газ и была полная благота энергетическая, то сейчас, конечно, ситуация стала легче. Во всяком случае, зимой появился газ, это очень много стоит, и это большой шаг. Второе, что важно, у нас появилось время для осмысления, ушла некоторая острота, эмоциональная острота происходящего, и возникает, есть возможность подумать, то есть полная благода не перешла на следующий этап эскалации, скажем, по началу военных действий, широкомасштабных военных действий, у нас есть время осмыслить, что происходит. Этого времени могло бы быть и не быть. Но оно у нас есть. Следовательно, у нас есть возможность подумать, что происходит, и соответствующим образом корректировать наше поведение как армянского общества, проживающее на территории, контролируя армянской государственностью, как армянский народ, глобальное явление, имеющее большой спирк, 80% армянского народа в спирке, и как армянское государство, которое обязано обеспечить объединение армянских ресурсов, потенциалы для решения национальных проблем и задач, вызовов и угроз. То есть это время у нас появилось. И это время должно быть, на мой взгляд, использовано для того, чтобы, во-первых, понять, на какой арене разворачивается противоборство. И здесь для меня критически важно, на мой взгляд, чтобы армянский народ понял, что это противоборство не локальное, касающиеся армяно-азербайджанских отношений, военных отношений, противоборства. Но данное явление разворачивается на региональной и геополитической арене с соответствующими актами. Вот понимание данного факта, что нам не удастся сузить проблему, сделать ее локальной, легко решаемой, позволяет оценить масштаб, глубину и длительность конфликта, противоборства, в котором мы оказались. И, к сожалению, мы должны вспомнить, что блокада Арцаха – это не новое явление. И блокада Арцаха наблюдалась в 88-89 годах до 92 года, и армянский народ его преодолевал. В этом смысле мы в некотором цикле. У нас есть возможность уже опираться на наш опыт, исторический опыт, опыт моего поколения. И делать соответствующие выводы, прогнозировать, каким образом может развиваться ситуация. Подытожу ответ, то есть главное понять, что процессы идут на региональных геополитических аренах. Не надо сводить проблему в кавычках мелочи и легко решаемую задачу. Ну вот смотрите, у меня недавно был разговор с несколькими людьми, причем разносторонними. Из тех, вот, о которых я говорил в начале, то есть Запад, Восток и так далее. И вы знаете, есть мнение такое, что одни обвиняют в этом Азербайджан, а другие даже Россию. Все-таки в чем истина? Почему так случилось? Россия тут подействовала как-то или все-таки это Азербайджан? Ну, с Азербайджаном понятно, враг. Ну, я же до этого говорил, что это проблема региональная и геополитическая. Если рассматривать процесс на региональной арене, то мы должны, к сожалению, смириться с тем, что на региональной арене сегодня, геополитической тем более, не присутствуют малые страны. Армения, Грузия, Азербайджан. На региональной арене работают региональные акторы. А региональными акторами в нашем конфликте являются Турция, Россия, Иран, Россия геополитический актор, геополитические акторы страны Запада, Соединенные Штаты. Ни Азербайджана, ни Армении, как самостоятельных акторов на аренах геополитической и региональной не присутствует. Поэтому, естественно, надо рассматривать, какие союзы существуют на региональной и геополитических аренах сегодня. И как они могут воздействовать на ситуацию. Здесь достаточно очевидно, что мы имеем российско-турецкий стратегический союз. Он вполне объективный и диктуется национальными интересами Турции и России.
И поэтому в данном случае вопрос для меня очевидный. И России, и Турции в сложившейся ситуации и на геополитической арене критически необходимо иметь общий коридор, сухопутный коридор. Для России этот коридор обеспечивает ей выход, стабильный выход, контролируемый выход на Ближний Восток, Европу, в мир. Для Турции это тоже очевидная проблема. Она решает свои амбиции неоимперские в Ближнем Востоке, на Кавказе, Центральной Азии. И на некоторое время, на год, на 10 лет, на 100 лет, интересы России и Турции как центров силы совпали. Они заключили вполне естественный и объективный союз, который в 2020 году инициировал вторую Арцахскую кампанию, в результате которого армянская сторона потерпела военное поражение. И в сложившейся ситуации с 2020 по 2020 год продолжается давление на армянскую сторону, в том числе, не в том числе, а в основном при помощи силового военного инструмента, при помощи шантажа, с целью добиться целей, которые поставлены. За эти два года Армения, помимо значительной части Арцаха и Нагорно-Карабахской республики, потеряла также стратегические высоты в Синике. В сентябре 2020 года мы снова потеряли критически важные территории, высоты в районе Джермука, скажем, когда Джермук оказался уже под прямым огнем, прямой наводкой азербайджанских сил. И, повторюсь, данные позиции и армянской стороне, особенно армянской стороне, надо избегать эмоций. Ситуация до такой степени тяжелая и критическая, что мы не можем себе позволить роскошь эмоциональных оценок, тем более оценок, которые можно расценивать как паника. Мы можем себе позволить все, что угодно, кроме паники и истерики. В этой сатирической, в этой ситуации, тяжелой ситуации, ситуации экзистенциальных военных угроз армянскому государству, надо, по первую очередь, сохранять спокойствие, осознать спокойно, что ты, как народ, как государство, вынужден противостоять российско-турецкому военному, региональному, геополитическому союзу, который продлится некоторое время, и ты должен это делать, находясь в абсолютном одиночестве. Потому что предыдущие 30 лет твоей политики, твоей дипломатии, все усилия были связаны только с одним центром силы, с Россией. Армянское государство связало все свои интересы, все свои гарантии безопасности региональной с одним игроком, России. 99% было положено в одну корзину. Эта корзина вдруг оказалась почему-то неожиданной для армянской стороны, не в качестве союзника, а на другой стороне противоборства. Я еще раз повторю, это объективно. Данное поведение России понять, объяснить можно. Это логичное поведение, если исходить из российских национальных интересов. Понятно. Ну вот скажите, такой вопрос. Чего мешает той же России, например, получить этот коридор, так называемый коридор, ну, назовем это дорогой, наверное, правильнее, а не коридором. Не через Сюник, а через ту ветку, которую изначально предполагала Армения. Что вы... Из Азербайджана в Турцию, я имею в виду. Там же не одна дорога может быть, допустим, если они хотят связаться с Нахичеванью, почему именно через Сюник? Есть другие дороги? Нет, ну через Сюник предполагается не одна дорога, если рассматривать планы. Там предполагается три канала коммуникационных, один по Мегри и два выше. В данном случае это частности. В частности в том плане, что армии России и Турции необходимо иметь надежный канал, коммуникационные каналы между собой, сухопутные каналы, которые не контролируются никем, кроме России и Турции. Контроль или присутствие в данном канале Ирана, присутствие Армении или любой другой фантастической державы для России и Турции рассматривается как невозможный вариант. Почему Россия и Турция не попробовали договориться в кавычках с Арменией? И опять же, в кавычках, договориться взять долю Армении, чтобы обеспечить надежность данных коммуникаций, это серьезный вопрос, возможно, и Россия, и Турция. Это вопрос, скорее, идеологии и культуры, не знаю, наверное, не культуры, идеологической культуры.
Россия и Турция развиваются на данном этапе своей жизни в рамках авторитарных моделей. Для России, для Турции это естественные модели развития. Для Армении, естественно, является другая модель. И, возможно, исходя из этого, было принято решение, что подпускать Армению с другим духом данным проектом, связывать будущее столь критически важное для России на фоне украинской войны, российско-украинской, и Турции со сложным положением и ожидаемыми процессами на Ближнем Востоке, является нежелательным и невозможным. Так вычислили ситуацию в Генеральном штабе России, Турции, так вычислили ситуацию в администрации президента России и Турции, так вычислили в Совете Безопасности России и Турции. Армения в данном случае не имеет возможности влиять на данное решение. Мы должны просто как факт принять, что данные центры силы приняли это решение, с которым мы должны адаптироваться и выстраивать свою политику. Хорошо, вот вы сказали, нужно сохранять спокойствие. Сколько, по-вашему, может длиться вот это вот спокойствие и это кольцо? Кольцо, мы должны понять, что тут в данном случае Вадим два кольца. Есть одно кольцо, даже несколько, три кольца. Пока что два. Одно кольцо это вокруг армии Арцаха, которое сегодня замкнулось. Первый наш опыт во время развала Советского Союза в 90-е годы показал, что данное кольцо может существовать годами. Мы должны понимать, что это процесс, который будет долгим. Но помимо этого, сама Армения находится в кольце. Сама Армения имеет очень ограниченные коммуникации. Но Армения хоть имеет какой-то выход там. Хоть. Она имеет всего лишь два выхода. И если проходит, скажем, коридор Пасюника, то Армения имеет один коридор через Турцию, через Грузию, которая сегодня находится в военном союзе с Турцией и с Азербайджаном. Армянская сторона почему-то забывает, что на сегодняшний день Турция, Грузия и Азербайджан заключили военный союз, они военные союзники. То есть мы опять продолжаем позволять себе эмоциональные оценки и не хотим видеть, какова, насколько сложная и тяжела ситуация. Если, не дай бог, завтра взрывается Иран, то коммуникация через Иран становится невозможной. Армения тоже в кольце. И вот понимание того, что у тебя связывают две ниточки жизни с внешним миром, а вокруг полыхает война, Турция в состоянии войны, Иран в кризисе в состоянии войны, Россия воюет. И ты окружен со всех сторон, в лучшем случае, кризисом, а в худшем, в реальности, это войны. Поэтому мы должны решать проблему не одного кольца, а возможности замыкания двух кольц вокруг Республики Армения. И такая тяжелая ситуация, повторюсь, требует спокойствия, выдержки и исключения истерики и паники. Во время военных действий паника – это самое страшное, что может произойти с армией, с народом. Поэтому то, что вы до этого начали в качестве введения, что армяне до сих пор позволяют себе эмоции в оценке ситуации, для меня является неприемлемым. Мы не в той ситуации, чтобы позволять себе эмоции. Надо успокоиться, во-первых. Оценить всю тяжесть ситуации, оценить, что мы достаточно близки к тому, чтобы увидеть завершение мятежа верно своими глазами, о чем та же Турция в лице Эрдогана предупреждала армянский народ в августе до начала 2020 года, что мы, возможно, должны завершить то, что начали в Арташа. Я думаю, мои слушатели некоторые помнят это выражение. Да, в такой ситуации его надо понимать, что ситуация до такой степени тяжелая, что надо убрать эмоции. И трезво, холодным взглядом смотреть на две блокады. Блокаду арцахского армянства, которая зато используется в качестве шантажа для того, чтобы окружить республику Армения. И в такой ситуации, в условиях, когда у тебя нет реальных союзников, потому что ты крайне опрометчиво все связал с одним центром силы, с Россией, которая сошла с ума, тоже потеряла контроль над ситуацией, это очень тяжело. То есть, если я вас правильно понял, арцахцы сейчас оказались заложниками в угоду Турции и России. То есть эти страны взяли их заложники и ждут, когда Армения им откроет так называемый Зангезурский коридор. Да, то есть фактически одним коридором нас пытаются шантажировать другим коридором.
И в данной ситуации, то есть, поэтому я говорю, что проблема не локальная, это не проблема коридора Слачинского, это не только проблема Кашатава, это проблема региональная. Региональная — это означает, что два коридора оказываются связанными. И при помощи одного коридора вас пытаются принудить принять решение по другому коридору. Принятие которого будет означать взятие в полную блокаду фактически уже не только Арцаха, но и Армении. И в этой ситуации, в первую очередь, власти Республики Армения должны быть сохранять спокойствие и искать решение. Арцахское армянство достаточно крепкое, в кавычках, потерпит до тех пор, пока не будет найдено решение. Но данное решение должно приниматься не только арцахским армянством, это решение, которое должно приниматься и формулироваться всем армянским народом, это усилия, которые должны мы объединять. В такой ситуации разъединение, свара, попытки противопоставить различные полюсы в армянском мире являются критически неприемлемыми и просто преступными. Надо убрать в сторону все разногласия и понять, что мы стоим действительно перед угрозой геноцида арцахского армянства 120 тысяч, которые вы говорили, но аналогичным образом под угрозой геноцида стоит и 23 миллиона официальных, 2,5 миллиона точно армян, находящихся в Республике Армении. Если мы помним Первую мировую войну, с которой все чаще стали проводить параллели, то мы получили геноцид на фоне Первой мировой войны. И нынешние события в Европе, в Украине, все чаще проводятся параллели не с Второй мировой войной, но Первой мировой войны. Поэтому мы имеем начавшуюся фактически Третью мировую войну. И наша задача, как народ, имеющий государство, избежать геноцида и сохранить государство. По закону политического жанра, по сути, Арцах сейчас кто-то должен признать. Какая-то из сторон света. Но, понятное дело, Россия не признает, да, потому что Россия там игрок и довольно-таки заинтересованный игрок. А по поводу Запада. Запад может признать в сложившейся ситуации Арцах? Мне сложно говорить по этой теме, потому что я изначально всегда говорил, что первое, что должна сделать армянская государственность, признать Арцах. Я как ученый в своих статьях и так далее говорю об этом очень давно, скажем так, не один год и не пять лет. То есть я был бы рад, чтобы Армения признала, но Армения, находясь в этой сложной ситуации, имея политическое руководство, высшее военно-политическое руководство Армении, не в состоянии пойти на этот шаг. По субъективным, психологическим и прочим. Чем это может грозить Армении, вот признание Арцаха в данной ситуации? Я не думаю, что чем-то может грозить еще, чем более того, что мы имеем сегодня. Поэтому, но я повторю, сейчас анализировать этот сценарий не имеет смысла, потому что Армения не признает. Почему? Есть психологические, субъективные, некоторые объективные причины, которые исключают признание Арцаха со стороны актуального руководство Республики Армения. Поэтому говорить об этом сейчас не имеет смысла. Нет времени на это. Может, несколько констатаций с моей стороны. Могут ли признать Арцах другие центры силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Кавказ, Южный Кавказ, был разделен между Турцией и Россией, с исключением других центров силы? Да, другие центры силы могут пойти на такое признание. Не только и не столько из-за большой любви к Арцаху, к арцахскому армянству, а исходя из своих национальных интересов. Западные центры силы не заинтересованы в том, чтобы Кавказ был разделен между авторитарными Турцией и Россией. То, что было в 20 веке, когда Запад фактически ушел из региона, но потом вернулся после развала Советского Союза. И я не думаю, что Запад захочет и позволит Турции и России разделить Южный Кавказ. И в данном случае, то есть в Армении появляется небольшая возможность использовать интересы других центров силы для недопущения данного шага. Теоретически этим мог бы заняться Иран, и Иран тоже достаточно жестко заявлял, что геополитические изменения границ в Южном Кавказе невозможно. Но Иран сегодня сам находится в достаточно сложном положении. Пошел четвертый месяц кризиса и протеста на улице. Поэтому, если смотреть реально и трезво, то это некоторые страны Европы, в первую очередь Франция и Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, так как политика остается силовой в нашем регионе, не только в нашем регионе, когда решающим инструментом для политики и дипломатии является военная сила, то на сегодняшний день только Соединенные Штаты Америки имеют некоторые возможности повлиять на Турцию для того, чтобы Турция не прибегла к каким-то военным шагам. Применению военной силы против какой-либо страны. Пока что только Соединенным Штатам Америки это удается в полной мере. Можно вспомнить недавно по отношению к Курдистану, когда Соединенные Штаты Америки остановили фактически наземную операцию. Можно вспомнить сентябрь 2022 года, боевые действия в Сюнике остановлены опять Соединенными Штатами Америки, не России, не Европы. Поэтому, если мы рассуждаем в рамках военной логики, которая диктует политическую и дипломатическую логику, то мы должны попробовать наладить отношения с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы получить очень теоретическую на сегодняшний день возможность повлиять на решение Турции, не начинать военные действия. Потому что Америка большая страна, там много центров силы, несколько центров силы, там не авторитарный режим. И в этих центрах силы государственный Госдеп и Пентагон явно находятся на стороне Азербайджана и Турции. Это центры, которые сегодня работают не в пользу Армении. Но есть другие центры, например, Конгресс, Сенат, которые не менее влиятельны, а может быть даже более влиятельны, с которыми Армения, армянская диаспора могли бы работать, и они работают. Аналогичное поведение с точки зрения российского армянства, это другой вопрос, более сложный. Сейчас, наверное... Ну да, здесь понятно, почему молчат. Вы знаете, я редко пользуюсь телеграм-каналом, не знаю почему, но редко пользуюсь. А тут мне вот захотелось просто войти и посмотреть, о чем пишут наши телеграм-канальщики армянского происхождения, да. Я тоже вошел в телеграм-канал где-то полгода назад. Именно с этой стороны. Да, я тоже, да. Я вошел, посмотрел, о чем пишет Багдасаров, о чем пишет Роман Бабаян, многие наши вот люди, у которых не просто даже армянские корни, а у которых арцахские корни, у которых вот там, можно сказать, предки родились, у которых. И вы знаете, у Багдасарова, наверное, последний раз он писал об Арцахе, это в тот день, когда окружили Арцах. На этом все. У Романа Бабаяна вообще ничего нет. Там постоянно Украина, Украина, Донбасс, Украина. И в то же время, я почему сейчас зациклился именно на этих людях? Ведь когда было все хорошо, относительно хорошо, по-моему, в 2018 году, они же туда ездили, они прикасались к камням, они прикасались к тем храмам, искали могилы своих предков, даже... Семен Аркадьевич прослезился, насколько я помню. И тут на. То есть вообще их никак это не трогает, насколько я понимаю. Либо же они знают правду, поэтому не могут эту правду осветить. То есть ту правду, о котором вы сейчас сказали. Не думаю, что они не знают правду. И такое поведение – это достаточно специфическая черта армянского народа. Можно исследовать, можно не исследовать. Есть армяне, есть люди армянского происхождения. Да. Которые можно все-таки проводить различия, и такое поведение лиц армянского происхождения на службах империи – это не новое явление. Мы можем вспомнить Византию и поведение армянских императора Византии армянского происхождения. Да. То есть в этом плане ничего нового, ничего удивительного. В этом плане мы обыкновенный народ, в этом плане мы ничем не выделяемся, мы не выделяющиеся, мы не выдающиеся. Некоторым армянам, имеющих армянский корень, свойственно преследовать свои эгоистичные, ограниченные цели. Мы не лучше, не хуже других. Среди нас есть такие, есть другие, есть предатели, есть герои. Если единственное различие существует, все-таки среди армян, я со временем к моему возрасту, который имею, все-таки я склонен пришел к выводу, что среди армян все-таки достаточно, гораздо больше процент людей, которые умеют и любят применять оружие. Возможно, покажется несколько удивительным, но мы действительно умеем воевать.
И армяне, находящиеся на военной службе, это не только советский феномен. Аналогичным образом себя ведут армяне и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки, и везде, где у нас есть диаспоры. Поэтому мы сильный народ, мы умеем воевать, мы стойкий народ. И то, что в 2020 году мы 44 дня вели отчаянную борьбу в совершенно безвыходной ситуации, серьезные... Да, можно сказать, безоружными абсолютно вели эту борьбу. Серьезные центры силы, занимающиеся военным анализом и так далее, четко отследили данный момент. И они отдали должное бесстрашию, стойкости армянского воина. Несколько покажется парадоксальным, но вот поведение армянских воинов было оценено. Наш весь в этом плане достаточно высокий, и нас уважают. Поэтому бог с ними, с Багдасаровым, и с Маргаритами, и прочими, и прочими. Они армянского происхождения, у нас нет права отрезать их от армянского народа. Да. Они тоже являются армянами, но сложившиеся вокруг Армении Арцаха ситуации, может быть, даже хорошо, что господа, которых вы перечислили, вообще не говорят. Было бы хуже, если бы они говорили. Поэтому пускай молчат. И я думаю, что даже среди российского армянства он все-таки не большинство. Абсолютно не большинство, да. Поэтому я просто... Нам надо сосредоточиться на своих задачах и понимать, что такие были, есть у всех народов, и данное поведение в этом смысле является нормальным. Да, я просто хочу еще сейчас обратиться, вот пользуясь случаем, коль мы затронули эту тему, армяне, которые проживают за пределами России, чтобы вы понимали и не обижались на армян России, потому что Россия — это тоже большая страна, и в зависимости от региона здесь, соответственно, и армяне разные. Вот, например, скажем, в Ростовской области, конечно, больше полномочий, скажем, у тех же армян, да, но потому что регион так исторически сложился, тут исторически в этом регионе живут армяне, в других регионах совсем не так. А в совокупности Россия все-таки это не Западная Европа. В России меньше могут себе позволить не только армяне, но и те же русские, представители других национальностей. Я имею в виду, политически чего-то позволить. Поэтому это надо учитывать, это надо понимать, и не нужно всех гребти под одну гребенку. Поэтому я и сказал отдельно о таких людях, которые имеют свой голос, очень часто выступают на федеральных каналах, и хотя бы могли бы, ну там, я не знаю... Учитывая, что на российских каналах достаточно много программ, которые ведутся в прямом эфире, и уж можно что-то ляпнуть секунд на 30, на минуту, чем придать огласке того, что сейчас творится, скажем, в Арцахе. Но они этого не делают. Вот это вот им большой минус. Скажите, такой вопрос, и, наверное, мы уже завершим этим вопросом. Мы сейчас стоим уже на пороге 2023 года. Осталось там буквально сколько уже? 2 недели до Нового года. Как вы думаете, Арцах разблокируется до Нового года? Вопрос не имеет смысла, Вадим, потому что разблокировка Арцаха не снимет проблемы. Сегодня разблокируют, а в кавычках завтра снова ведут блокаду. Данное давление со стороны России и Турции будет продолжаться до тех пор, пока не изменится Турция, не изменится Россия, не изменится международный контекст, который делает этот сухопутный коридор жизненно необходимым для России и Турции. Армения должна предпринять другие шаги. То есть, чтобы избежать данного шантажа, Армения должна действовать на региональной геополитической арене, искать других союзников, находить других союзников и прекращается развязываться с Россией, с военным союзом с Россией. Военные отношения, отношения своей национальной безопасности с Россией должны быть разорваны, на мой взгляд. Я об этом говорю постоянно после 2020 года. Мы должны развязаться, разорвать, если не получается развязать, то тогда разорвать отношения. И после этого пытаться найти других союзников. Если выяснится, что союзников нет, то смириться с тем, что в ближайшее время ты в одиночке, ты в окружении, и ведешь военные действия за спасение своего народа, своего государства.
То есть я хотел бы подчеркнуть, что арцахская проблема, проблема блокады Арцаха является частью другой, более большой проблемы блокады Армении, которая, в свою очередь, погружена в геноцидальное поведение политику центров силы, имеющих свои национальные интересы. То, что они имеют свои национальные интересы, это нормально. И в этой, в кавычках, нормальной ситуации Армения должна быть хладнокровной, сконцентрировать все свои силы, имеющиеся, как глобальное явление, имеющее большую диаспору, на прорыв данной блокады. Другого то поведения, есть, выхода... Да, то есть вы не даете таких прогнозов, что до нового... Они лишены смысла. Они лишены смысла, Вадим. Блокада должна быть прорвана, разорвана на другом уровне, на региональном геополитическом уровне. Мы должны найти новых союзников. Мы должны найти новые аргументы, почему Армения должна сохраниться на политической карте мира. Почему она не должна стать вилаятом, губернией, почему армянский народ должен существовать на территории исторической Армении. Вы скажете, вы сейчас сказали, почему она не должна стать вилаятом или губернией, у меня мелькнуло сразу в голове, что лучше. И я нет, не нашел лучше. Ответа. Я не хочу... Ответа да. В этой плоскости ответа нету. Поэтому ответа в плоскости, как снять блокаду Арцаха, сегодня нет. Да. Там сформулируем новое пространство политическое, в котором может быть решение. Надо думать, как армянство в этом плане, и пытаться найти свое место и свои решения в другом пространстве. Это пространство постсоветское, оно завершилось. Постсоветские времена завершились. Начались другие времена, и они очень жесткие. В этих новых войнах уже началась большая война, невиданная со Второй мировой войны. И я не дам гарантии, что это не будет продолжаться, не будет расширяться, как военный эксперт. Поэтому нам надо стать серьезнее. Эти, в кавычках, ребяческие игры, поиски виноватых, поиски, кто нам утрет подгузник, сменит, тогда надо убрать это все. Мы древний народ, мы цивилизация, мы проходили через... И не такое переживали, да, в своей жизни. Если успокоимся, сконцентрируемся, у нас есть некоторое время, чтобы сформировать армянский ответ на экзистенциальные военные угрозы. Именно армянский. Нам надо развязаться со всеми и подумать, с кем мы можем решать эту задачу. Хорошо, по-моему, мне даже добавить больше концовки нечего. Я вас поблагодарю, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. И если вы позволите, если у вас будет время, могу я к вам иной раз обращаться за помощью как к эксперту? Да, конечно, Вадим, конечно. Спасибо большое. Это был врач Арзуманян. Ну и встретимся с вами на будущей неделе. Подписывайтесь на канал, делитесь каналом «Антитопор». Нам, кстати, скоро 10 лет. Будьте с нами. Спасибо, что вы до сих пор с нами. До свидания.